Привет, друзья! Ни для кого не секрет, что не за горами уже вот сезон, и многие из нас меняют масло, фильтры и прочие расходники. Я как бы не исключение, я к этому делу хорошо подготовился и столкнулся с одной интересной вещью. Давеча зимой я менял масло в своем Ниссане, и мне попался в руки его фильтр, который оказался вот таким. Я начал его крутить в руках, думаю, знакомый. Я посмотрел, а фильтр от Ниссана полностью повторяет все размеры, посадочная, резьба и прочее, фильтра от Сильвера. Я так подумал, блин, ну если нет разницы, зачем платить больше? Потому что фильтр для Сильвера стоит как бы ну немножечко дороже, чем для Ниссана. Наверное, что-то не так. Почему такая разница и почему вообще выпускается отдельно тот фильтр и отдельно тот? Я начал искать информацию, и первое, куда я полез, это, естественно, в мануал, потому что, скажем так, цифры в мануале мне могут что-то сказать. Значит, по мануалу нормальное давление масла считается на 2000 оборотах 294 килопаскаля. Чтобы было понятнее, переведем, ну, ближе к реальности, ну, кто разбирается, на 2000 оборотах должно быть примерно 3 атмосферы в двигателе. На 6000 оборотах 392 килопаскаля, либо почти 4 атмосферы. То есть, ну, скажем так, раскрутить Ниссан до 6 можно, но обычно его рабочий оборот это 2000 оборотов, плюс-минус. Теперь внимание. Берем Сильвер. При 5500 оборотах двигателя давление масла должно быть 530 килопаскалей. То есть, порядка 5,5 атмосфер. Ну, плюс-минус. Теперь внимание. Возьмем среднюю скорость движения, например, по трассе. Ну, грубо говоря, возьмем 100 км в час. Значит, у Сильвера это 5000 оборотов. Это примерно будет, ну, приблизительно возьмем 5 атмосфер давления масла в Сильвере на скорости в 100 тысяч оборотов, в 100 тысяч км в час и 5000 оборотов. Ниссан на скорости в 100 км в час имеет до 3000 оборотов, порядка 2800. То есть, соответственно, давление масла будет где-то, ну, порядка, ну, 3, может быть, меньше, может быть, ну, порядка 3 атмосфер. Теперь внимание, на одну и ту же скорость разные обороты двигателя, разное давление масла. И что немаловажно, количество возвратно-поступательных движений поршня на ту же скорость, на тот же пробег, ну, 100 км в час, час езды, 100 км мы проехали, 5000 оборотов в Сильвере, 3000 оборотов в Ниссане. То есть, понятное дело, что в Сильвере поршень делает практически в два раза больше ходов. Соответственно, масло изнашивается больше, давление масла больше в системе. И что-то мне подсказывает, что производители масляных фильтров для мотоциклов, наверное, этот момент где-то учли. Но я, как инженер, понимаю, что что-то будет работать не так. И сэкономив, ну, 5 рублей на фильтре, я потрачу больше нервов, потому что я все время буду думать, что, блин, наверное, что-то не так. Наверное, как-то не так он работает. Может быть, что-то не так прокачивается, как-то не так проходит масло. И, ладно, нервы. Нервы не восстанавливаются, они как бы, ну, не дешевые. Но еще более недешевый это двигатель и ремонт двигателя. Если в результате экономии в 5 рублей что-то в системе смазки пойдет не так, и все-таки будьте адекватными людьми, думайте правильно и понимайте, что все-таки не просто оно так сделано, разные фильтры. Удачи вам на дорогах, пока!